Так, МММ, сопли. Так это мило звучит, но поехали, слушаем. Когда моя жизнь вокруг колеса плывет, и давно окуклился импреза. Его и врагу я душу засалю, его за литературный труд чудеса. Его и мои я трупы спрочу пальцами, порысь внутрь укус узнаешь о восстанной колеса. Если б не твои губ касания, мне б не кое-то сатаре. Мне когтем горло рвет на плях, а где прям тем молот высокий. Руки того борта физотна, потекли мифедоновые сопли. Легко теперь морды лица, блядь, уберю те губы на цукле. А мне когтем горло рвется, блядь, у меня мифедроновые сопли. Я тогда был так юный, несведущий в смоле сапуны. А пилюли от вредных сред был альбом для тех, кто свалился с луны. Но мы требуем хлеба и зрелищ, блядь, хули вы с иконы. Мы тогда так пены свистели, и вот первый высох, увы. Как в песне грубой кино. Ночь коротка, ты далека, но ночью так часто хочется пить. Как в песне грубой кино. А вода здесь горька, ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Как в песне грубой кино. Ночь коротка, ты далека, но ночью так часто хочется пить. Как в песне грубой кино. Вода здесь горька, ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Но ты хочешь жрать дерьмо, жрать дерьмо. Все шуруповёт, ведь столько дверных глазков не жадина тщательно. Полирует ковер на предмет осколков днями, ночами, но дежурит орел, чахлый над миской с фосфором, сейчас черканёт. Ты над ним ореол армейских философов, и не еби голову с этими приколами. Тяни тут кума, эстра, курни горла. Мне бы сейчас быть голумом, да перебинтованным с поршневым устройством куребина. И сейчас, созерцая макушки леса, вдруг стремнется на заре вой. Это в кровь истрочивший чересла беснуется солевой. И не видно вены, наверное, наверное. Ливерны тлены мгновенно, мгновенно. И побелело на медне, на медне. Кулевые сыгуны. И не видно вены, наверное, наверное. Ливерны тлены мгновенно, мгновенно. И побелело на медне, на медне. Второй высох, увы. Как в песне грубой кино. Ночь коротка, цель так близка, но ночью не часто хочется пить. Как в песне грубой кино. Герой. Да вода здесь сладкая, и ты можешь здесь спать, и ты хочешь здесь жить. Как в песне грубой кино. Герой. Ночь коротка, цель так близка, но ночью не часто хочется пить. Как в песне грубой кино. Да вода здесь сладка, и ты можешь здесь спать, и ты хочешь здесь жить, жить, жить. Да уж. Так, моя дочь собачка. Так, ребят, я все личные сообщения я попозже потом посмотрю сама, хорошо? Блин, мне так это нравится. Ох. Очень красиво звучит. Очень. И в чем прикол, понимаете? Вот вроде такой лиричный именно бит, но заверчено, я бы вот хотела сказать, что чуть иначе выразиться, да? Но заверчено, закручено именно вот словесно, что я такая на секундочку думаю, как бы, да, вот если вот я такая, типа, если допустить фиток, блин, ну как бы я такое вряд ли вообще выдам. Прям молотый сок, бутерброд не забыть. Суп ликую. Ой, я не знаю, я вообще прям просто кайфанула. Мне очень понравилось. И дайте мне, вообще, дайте, я себе это добавлю, чтобы переслушивать. Да, просто вообще. У чувака какая-то, я не знаю, мега или метавселенная внутри, где он все это черпает и передает вот так вот, грубо говоря, в такую рукопись. Песню Буки. Чикаго.
Классно. Классно, конечно, да. Ну, знаете, вот мне кажется, как обычно, вот вам вопрос на засыпку, да? Вот если фит, девочка-мальчик, как вам больше, на ваш взгляд, ну или кому как нравится? Когда девочка только на припеве, а куплеты там, ну как бы исполняет, да, так скажем, мальчик, или вот как-то поровну там? Первый куплет, допустим, мальчик, второй девочка, и припев где-то они там вместе. Вот как на ваш? Или все это индивидуально? Реакция будет с батла, по-любому что-то необычное будет. Блин, ребят, вот мы 100%, мы как бы, я это вообще не откладываю. Мы... Мы придем к этому, я чувствую, что скоро. То есть именно отдельным эфиром смотреть. Но мы должны выбрать вот прям самые из самых. Начать прям вообще с шаришки, с какой, не так, чтобы я потухла прям через 5 минут и вообще ни во что не втыкнула. Вот, то так, чтобы прям я жива осталась. Но мне на самом деле, да, вот делать эфир именно вот по батлам. Алин, смотря какой жанр. Ну, какой? Ну, там, давайте сам какой популярный поп, да? Смотри, как мальчик, какая девочка. Так, 8 ваша оценка промежуточная за этот трек, да? Блин, ну мне, я не знаю. Мне, конечно, да. Вот мне, да, вот здесь почему-то я вот на секундочку допустила такой момент вот именно женского вокала или каких-нибудь даже бэков ставить. Вообще, мне кажется, шикардосно было. Мирон, слава! Это грандиозный наш вот этот батл. Блин, кстати, на самом деле, я бы еще, я пересмотрела бы уже как-то, знаете, вместе с вами, может, где-то там что-то подразложили бы мне где-то, подсказали бы, и вот и все. Потому что я смотрела, я помню, это в полночи в телефоне где-то там понимала, не понимала, засыпала. Вот. О, по батлам могу, интересно, много новенького. Отлично, мы будем этот вопрос прорабатывать. Русло, похоронная жаришка. Так, да, моя оценка. Ты что я скажу, я не знаю, мне нравится, мне очень здесь нравится. Все как сложилось. Хоть я не практически по тексту не вообще не, я как-то и потерялась, и не особо вникла, и ни хрена не поняла, честно говоря. Тут про что-то, как про свою какую-то, опять же говорю, про, это отдельная философия, свои размышления, но ну шикарно. Так, едем дальше. Фикс